Более половины населения Славянского района живут в сельских поселениях. Одним из основных источников дохода для большинства селян являются личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Благодаря их труду на наших прилавках всегда свежие и экологически чистые фрукты, овощи, молоко и мясо. О том, как живут и работают славянские фермеры, смотрите следующий материал. Крестьянско-фермерское хозяйство Слюсаренко образовалось в далеком 91-м году. За более чем 20-летнюю историю здесь было все – и рассвет, и упадок. Но несмотря на трудности, которые всегда сопровождают тех, кто работает на земле, в хозяйстве не опускают рук и стараются своим трудом прокормить не только себя, но и дать работу односельчанам. В хозяйстве на постоянной основе работает 60 сотрудников. Производство многопрофильное. Летом занимаются выращиванием риса, пшеницы, сои, зимой – грибов. Также построили небольшие теплицы, в которых выращивают овощи. Объемы небольшие, в основном только для собственных нужд. Мы занимаемся выращиванием овощей. Бригада у нас небольшая. Овощи мы выращиваем для своих нужд. Рабочие у нас под зарплату берут овощи. Ну и селяне приезжают, покупают тоже. Овощи мы выращиваем. Вот томаты. В этом году положили капельный полив. Будем поливать капелькой. Планируем еще делать такой же балаган, может быть, побольше. В других теплицах у нас мы выращиваем огурцы. В открытый грунт выращиваем тоже томаты, огурцы, картофель сажаем. Все для своих нужд, для столовой. Там тоже люди у нас питаются во время уборки, когда и полевые работы, питание за счет своих овощей. Занимаются в хозяйстве и животноводством. Кроме кур и уток, держит 500 баранов. На вопрос, почему именно это животное, ответили. Их мясо считается одним из самых полезных и диетических. А сами бараны достаточно неприхотливые и малозатратные. Травка, сено, корма, вот что у нас есть же, выращиваем, что сами. Водичка и все, и пасем, и все. Мы снимали репортаж, когда у баранов была стрижка. Для того, чтобы избавить от наросшей за зиму шерсти и сделать им новые прически, из Черкесска вызывают специально обученных людей. У профессионала на стрижку одного барана уходит в среднем от 10 до 15 минут. В день стригут по 100 баранов. Шерсть продают. Мясо баранины, так же как и птицу, и излишки овощей продают в собственном магазине. Делают полуфабрикаты и консервы, готовят обеды в столовой для рабочих. Крестьянско-фермерское хозяйство Слюсаренко – это еще и надежный социальный партнер Забойской сельской администрации. Многие вопросы местного значения решаются при их финансовой поддержке. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».